65 лет живет на Суздальской земле Григорий Матвеевич Курилов. 20-й по счету председатель уже 32-й год бессменно возглавляет колхоз имени Калинина. Сегодня все дела земледельцы решают, согласуясь с партийными документами, продовольственной программой, решениями ноябрьского 1982 года пленума ЦК КПСС. Устойчивый урожай зерна и трав обеспечивает колхозу 700 поливных гектаров. Потому и вникает председатель в ремонт плотины. Бригада специалистов обязалась вовремя привести ее в порядок. И на строительстве школы все идет по плану. Учебный год 320 колхозных ребят начнут в новом здании. Вот-вот настанет и самая горячая пора – сев. Тут забота у Григория Матвеевича особая. 2 года кряду колхоз по сбору зерна первый во Владимирской области. Настраивая бригаду механизаторов на ударный труд, напомнит Курилов. Было время, для годового дохода 26 тысяч рублей и карманов хватало. А теперь он перевалил за 2 миллиона. И все это добыто каждодневным трудом. Гордятся внуки дедом, колхозным председателем, героем социалистического труда. Григорию Матвеевичу Курилову, защитнику Ленинграда, освободителю Нарвы, знатоку земли и людей, есть что передать внукам наследство.